Несмотря на октябрьскую погоду, на форуме в Крыму было жарко. Программа 10-го съезда Таврида Арт была насыщенной. Куряне признаются, что свободного времени у них практически не было. Они были заполнены мастер-классами и участием в образовательных программах. Это очень радует, потому что мы прям были постоянно вот в рабочем процессе. Проводились различные воркшопы, там, где мы объединялись в команды и взаимодействовали, придумывали какие-то арт-резиденции космические, как они будут работать, какими там будут резиденты и как это все будет взаимодействовать. Таврида – место, где творчество и вдохновение повсюду. Мастер-классы проводили ведущие архитекторы и дизайнеры. Новые идеи участницы готовы реализовать в родном Курске. Нам хочется еще большего масштаба, хочется еще больше некоторой такой креативности добавить во все наши проекты, то есть не бояться этого, прям делать что-то нереальное, всякие перформансы и так далее. То есть Таврида дала такой заряд, придала смелости. Так, подзарядившись на Тавриде, у Светланы родилась идея создать проект «Завтраки с искусствоведом». По задумке, куряне за чашечкой чая смогут пообщаться с творческими людьми нашего города. Еще курсы, которые помогут всем желающим реализовывать культурные проекты. Как итог, совместная организация большого фестиваля этой весной. Диана Горяйнова, Геннадий Воробьев. События дня.